Только самые быстрые, лучшие зрители на всей планете успеют поставить лайк за 3 секунды. Всем здорова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Верифуни, и добро пожаловать в игрушку под названием Rolex. Всем хай, дорогие друзья. Ну что ж, друзья, сегодня мы вместе с Андрюхой будем смотреть на различных монстров Тревора Хендерсона. Мы надеемся, что вы успели поставить лайк за 3 секунды. Если нет, ставьте сейчас. У вас вторая попытка, но и мы, Андрюха, начинаем. Итак, Андрей, расскажи про нашего первого монстра. У нас получается первый монстр, уважаемые дамы и господа, SCP-объект 1310. Нет! Класс Кетер. Это вранье, Андрюх, это вранье, я проверил. В общем, первый монстр, ребят, у нас... Поезд, который в виде рта, друзья, какой-то поезд, который ест. Посмотрите на картинку, а лучше, Андрюх, давай спустимся вниз и покажем это вживую, как выглядит все. Давай, спускаемся, короче, ребят. Он находится типа на станции метро, понимаете, такой вот страшный, опасный монстр. Смотри, Андрюх, погоди! Написано. Ты чё, братанчик? Я за стеклом. За каким? Это ворота, дурачок. Ну там стекло просто. А, смотри, Neon District. Неоновый дистрикт. Вот это мне нравится, неон, это я люблю. Так, мы спускаемся, Андрюх, и вот наш поезд приехал, посмотри. Офигеть! Тихо-тихо-тихо, он кусается, не надо. По-английски, друзья, этот монстр Тревора Хендерсона звучит как Train Eater. Eater. Да, ну типа едящий поезд. Едящий, да. Но типа поезд, который ест. Вот, на русском языке это звучит так. А там внутри, там какая-то мадама, видел, Андрюх? Она съела этого парня и просто ничего от него не оставила. Эй, мадама! Оу, подари сюда, Андрюх! Андрюх! Меня кушает, залепила! Помоги! Выпрыгивай! А я так же хочу, чтобы меня залепило, Андрюх! Братан, вот это все конечно. Меня с концами, брат! Андрюх, я бегу, 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 братушка! Опаздываешь на поезд, братан. Слышь, а тут нет никакой пушки, чтобы загасить, блин. Есть фонарик. Я прям здесь, Андрюх, я прям рядом с ней. Вот, смотри, про какое стекло я говорил, смотри. Понял, братанчик, понял. Ты живой? Я мертвый, брат, ты тоже. Я тоже. Вот, собственно говоря, про это стекло я говорил. Тут какие-то кнопочки, что там написано? А, сигнализация, контеймент бричевская и какой-то рычажок, Андрюх. Но ничего не нажимается, ничего у меня не происходит лично. Ну, короче, а друзья. Я вообще сидел. Да, понятно. Сидит. Вот такой вот, ребята, у нас поезд. Напишите, понравился вам он или нет. В принципе, мы с Андрюхой на него посмотрели. Ну а теперь у нас будет Highway Worm. Это, друзья, брат, наверное, Bridge Worm. Посмотрите, как выглядит. Вот такой вау. Вот. На шоссе. Если, друзья, Bridge Worm находится у нас под мостами, да, мостовой червь, то это, друзья, какой-то дорожный такой трассовый червь, да, Андрюх? Да-да-да, не хотел бы я оказаться рядом с этим червем. Ха, ну это значит, тебе не нужно ездить по хайвеям, братан. Да, братан, ну только я чутка это залепила, видал? Ха, Андрюх, ничего себе, босси. Ладно, пойдем посмотрим, друзья, как выглядит этот Highway Worm. Очень даже интересно, потому что мы знаем, как выглядит Bridge Worm, а как этот, я не знаю. Андрюха, там прям трасса, вот, посмотри. Вот хайвей, да, братан. Вау, вот! О, картинки! Тут как раз, друзья, и нарисован мостовой червь и его брательник Highway Worm. Офигеть! Кстати, друзья, ставьте лайкусик и пишите в комментариях, и если хотите, чтобы мы с Андрюхой записали прикольный какой-нибудь видосик с Highway Worm в Гаррис моде, друзья. Чтоб мы сделали какой-нибудь фильм или какую-нибудь приколюху, и обязательно пишите, и мы запишем, да, Андроид? Да, я еще тревогу включил, кстати. Тут можно нажимать на кнопки, только если сядешь, короче. Только она не работает, да, Андрюх, конечно? Ну да, она не работает. Но нажать можно. А я сижу, Андрюх, и балдею, понял, я на стуле. Я сижу, кайфую, балдею, мне все нравится вот здесь. Только мы, друзья, моргаем. Странно, обычно такое бывает, если рядом скульптура SCP-73. Вообще, да, ты прав. Так, проходим. А что, Андрюх, ты не боишься, что ли, туда идти, братанчик? Ты видел, как у меня шляпа? Я ничего не боюсь. Я понял. Это лайк, друзья, за шляпу Андроида. Ну-ка, дай, посмотрю. На шляпу. Не двигайся. О, я не двигаюсь. О, ну это лайк, ребят. Это ой, да. Это реально лайк. Ну что, Андрюх, он справа, а вот он прям. Ой. Офигеть, Андроид, ты видишь его? Это что за зелебоба такая? А ну, прыгни ему в пасть, Андрюх. Найс, прыгнул. Следующий. Нет, братанчик. А он, смотри, устроил, походу, аварию.
О! А, но может быть он на этом специализируется, кстати. Он, наверное, друзья, провоцирует аварии. Вот это крыса. О, тут пацанчик тоже, Андрей, как ты. Ну, решил не, проверить, недалекий, да? Да, прыгнул. В смысле? Ты попросил, я сделал. Да, я шучу, братик, все нормально. Я тоже, друзья. 3, 2, 1. Понял. Красавчик. Понял, все, понятно. Так, андроид, я уже приближаюсь, я восстал из пепла. Опа, я тебя жду, братан. В общем, друзья, вот такой вот интересный у нас, конечно, Highway War. Впервые я с ним столкнулся. Андрюх, а ты его видел раньше, кстати? Не видел, тоже впервые с ним столкнулся. Вот это у нас прикольчик, конечно. Ладно, друзья, вот такой вот Highway War. Пишите, понравился он вам или не понравился. Ну и погнали дальше. Ну что же, уважаемые дамы и господа, наши исследования монстров Тревора Хендерсона продолжаются. SCP-ученые Овершоу и Фония будут сейчас смотреть на такой объект, как Smile Room. Да, друзья, Smile Room. Конечно, вот эти таблички, блин, я не знаю, они вообще правильные или нет, ребят, постоянно пишут. Либо это фейк, ребят, либо это реально что-то вообще интересное такое. Ну и как сказал Андрюха, да, у нас тут Smile Room. Но на самом деле, друзья, хоть эта комната и называется комната улыбки, да, комната улыбка, но, друзья, она совсем не дружелюбная. Да, она вообще мерзкая, противная. Ты вообще видел, как там парня заживало? Да, вот, ой, смотри. Ой, фу. Выходят, блин, красные оттуда они. А давай тоже зайдем, попробуем, Андрюха. Почему нет? Давай. Правда хочешь? Сейчас. Ну я там никогда не был, это же... Это ж прикольно, братан. Андрюх, ты покраснел. Я покраснел. Мне больно, братик, она, походу, дамажит потихоньку, да? Ну да, мы, скорее всего, умрем. Ё-моё, Smile Room убивает! Блин, я хочу прям внутрь, пацаны, подвиньтесь. На туре подвиньтесь, да я сейчас сам смотрю. Беги, андроид! Я застрял, видимо, слишком... Опа, я прошел, капец, тут... Я протиснулся! Всё в кетчупе бьет, ай-яй-яй! Воу, а, наверное, это не кетчуп, Андрюх, это человеческие останки, это человеческий материал, и он... Чё, правда? Походу, этот объект из него состоит, из нас, людей, Андрюх. Не хочу. Я, кстати, умер, и вот сейчас появился, Андрюх, и теперь я опять стал естественного цвета обитания. Да. Нормальный. Офигеть! Smile Room. Только зубки, по-моему, не чистила, да, комнатка? Воняет. Слушай, вау. Мне самое удивительное, почему туда вообще какая-то очередь есть. Ну, все, Андрюх, такие же любопытные, как и мы с тобой. Проходи, тут видишь, вообще коронавирус падает, видишь? А, да, это вирусы. Беленькое. Блин, ребят, реально, а напишите, что это такое падает беленькое. Ё-моё! Вообще похоже на коронавирус, действительно. Похоже, блин, реально, друзья. Может, мы, Андрюх, и заразились коронавирусом? Быстрее отсюда убегай! Быстрее лечиться, вакцину давай. Дай пропусти нас, этот чел, слышь, понючка. Это я стоял, как ты прошел? Не, а там да, я тебя блочил вообще-то, блин. А, ну ладно. Мы поменялись, Андрюх, теперь ты меня блочишь. Да? Ну дай пройду, крыска. У нас же сейчас будет новый монстр, Андрюх. Мы еще не все показали нашим ребятам. Ну давай, пошли. Фух, ну чё, ребят, все, погнали к следующему монстру. Андрюх! А? А ты чё, подросток, растишки выпил? Да, растишки поел, братан, а ты такой же мелкий. Слышь, а как мне, блин, так же вырасти? Я хочу быть таким же большим, как ты. Ты как так вырос быстро? А это надо поставить лайк и подписаться на канал Овершоу Фоникс, кстати. Похоже на правду. Ладно, друзья, у нас тут новый монстр под названием Биг Чарли. Вон он, Андрюх! Большой Чарли! Оно вообще похоже... Это какая-то... Биг курица, нет? Не-не-не, на самом деле похоже, только мне интересно, почему Биг Чарли содержится в комнате SCP-173, а? А, ну, кстати, да, а чего вы туда засунули? Я не знаю, что это за Биг Чарли, ё-моё. Вообще, да, похож, только у него рот какой-то странный. Вот он забежал. Андрюх, брат! Ты тебя закрыл! Это не я закрыл. У меня тут нет кнопки. Она напала на меня. Блин, а как мне тебя открыть? Сейчас, братан, я попробую. Открой, пожалуйста. А я не могу, блин, сейчас. Мне страшно. Так, я бегу, Андрюх, я попробую сейчас найти. Давай, ищи быстрее, нашел? Нет, она сейчас, открылась сейчас. Сама. А я не знаю, я наверх забрался, Андрюх. Братан, а, сейчас вот. Я выбегу, надеюсь. А все, я к тебе, братик. А, все? Да-да. Офигеть. Биг Чарли, друзья, Биг Чарли. А что-то он не убивает? За Андрюхой бегает, а он, наверное, добрый. Ой! Доброго, можно погладить. Меня а залепило, я... Вообще нормально? Меня залепило. Нифига он угарный, да, андроид? Ну-ка. Вообще забавно, согласен. Биг Чарли, братанчик.
Родео. Вот поэтому, друзья, мне и нравится работать в SCP-фонде, потому что тут такой угар. Андрюх, я все на голове стоял. Офигенно, блин, вот это да. Опа, опять залепило, брат. Опа, брейк-данс. Ладно, давай попробуем выйти, потому что у нас там есть еще монстры, друзья, на самом деле. Выпустите, вышли. Погнали, Андрюх. Кстати, ты такие двери можешь пальцами просто открывать, ты же сильный, здоровый. Ну, вообще, да, я в них еле влезаю. Так, а здесь у нас, друзья... Походи, ты где? Направо, Андрюх, похоже на Lil Nugget, Андрюх. Lil Nugget? Да, Lil Nugget, как открыть? О! Оп. Вот они, маленькие. Наггетсы? Не, Lil Nugget, не Nuggets, а Nugget. Андрюх, это такие, они такие маленькие появляются, знаешь, от кого? А, от Биг Чарли. От Биг Чарли и появляются. Это знаю. Его плоть, друзья, да, получается, кусочки Биг Чарли, друзья, становятся отдельными монстрами, вот такими. А что рассыпано? О, чизблокс. Воу, чизблокс. Кто хочет чизблоксов? А ты выговори сам, кто хочет чизблоксов? Кто хочет чизблоксов? Блин, крыса. Ну, почти, а я... Ну, нет, давай. У тебя получилось, ты молодец, Андрюх, с первого раза. Так, ладно, Lil Nugget и Андрюх вроде как безобидные, да? Ну, вообще странно, ну ладно, пошли дальше. А дальше у нас вот прямо кто, я Андрюх? Я могу пройти в дверь. Фонарик убери, Андрюх. Ну ладно. Во, видишь? О, ты зацепился. Девчонка с обезьянкой, ничего себе. Да-да, а это кто, Андрюх? А это... А не это? Не знаю, что это такое. А это? Это, наверное, Lil Nump. Это же тоже часть Big Charlie. Только большая. Засосало, брат! Нифига себе! Точно, друзья, это большая часть Big Charlie. Если Lil Nugget это маленькая часть Big Charlie, то Lil Nump это огромная! Побольше. Блин, он на самом деле размером такой же, блин, как и Big Charlie. Как вот и здесь. Я. И как и ты, Андрюх, да. А ну подойди поближе чуть-чуть. Он засасывает, помоги! Офигеть, угарно, братачик. Ё-моё, ну-ка! Погоди, меня! Засосало, брат, схавали меня! Да? Да, меня уже съели, а ты где? Я бегу, давай вместе запрыгнем. Давай на раз, два, три туда запрыгнем. Давай. Сейчас. Вот смотри, дурачок бежит, не знает, что тут его ждет. Опа, все. А мы тоже, давай, раз, два, три! Андрюх! Опа! Паровозиком! Вот это четко! Ну что ж, друзья, в принципе, на такой забавной ноте можно и завершить сегодняшний ролик. Мы надеемся, что такие экскурсии по монстрам Тревора Хендерсона вам понравились. Ну а с вами были работники SCP-фонда, как всегда, Овер и Фоня. Обязательно подписывайтесь на наши каналы, ссылочки будут в описании. Не забывайте про лайки, про колокольчики. Мы желаем всем всего-всего самого наилучшего. Всем удачи, хорошего настроения и пока-пока! Всем до скорого, дорогие друзья!